Різкі такі всякі були. Ну, не зовсім. У зв'язку з тим, що все в нас втрачено, а в Індії збереглося. Ну, не зовсім так. Во-первых, ви прекрасно знаєте, що слово «ведать», оно не індійське. Так? Ну, це знання в широкому сенсі слова. Ну, да. От є, допустим, товар... Матеріальні знання. Є товароведення, є... как бы... Даже в школе, сколько есть предметов с началом ведения? Ну, есть, звичайно. Природоведение. Ну, знавство у нас, украинской мовы и знавство. Ну да, ну а на российском языке ну, оно будет природоведение, как ведение. Больше того, даже на украинском языке остается слово «ведун», как тот, кто ведает. Ну, и «видати» ешь такое слово. Ну да, то есть как бы... «Відвідати». Да, то есть... Это остается в языке, несмотря ни на что. Заповедь. Заповедь. Это самый корень. Заповедь, споведь, исповедь. Все это сохраняется в языке, так же. Так. То есть независимо в белорусском языке есть веда в значении знания. В белорусском языке вообще очень много чего есть. Вы же тоже, наверное, это знаете. Ну так же, звичайно. Русские мовы. И вот. Так при чем здесь индусы, возникает вопрос. Если в наших языках слово «веды», «ведание», «ведение», и оно родно нашему слову «видение», то есть мы не можем даже предполагать, что когда-то какой-то древний индус пришел на Украину, или, допустим, там на куда-то, и принес нам свое слово «веды», и наши предки его переняли. Мы не можем этого предполагать, поскольку... Ведание и видение у нас настолько сроднено в языке, что никуда без этого, так же? Ну, просто там збереглись ведичні тексти, а у нас... Вот, просто в Индии сохранились книжки под названием «Веды». «Веды», так. Но есть, к примеру, болгаро-помакская «Веда», которую в конце 19-го, начале 20-го столетия записывал Веркович, исследователь, которого по заданию российского царя послали в Болгарию. Это официально известный факт. Болгаро-помакская веда славян есть в библиотеках. Болгаро-помакская веда славян, в принципе, подлежит изучению. В принципе, может быть изучаема, поскольку, ну, есть она, в принципе. И тогда возникает вопрос, чего же не хватает? Ну, потому что иди... Дальше, допустим, Велесова книга, она тоже уже практически с середины 20-го столетия получила известность. Ну, так или иначе, дальнейшее исследование вот в конце 20-го, начале 21-го столетия был издан труд, допустим, до Велесова книга, разработка некоторых других дощечек Миролюбова. Был издан труд «Праведы», «Вышень», допустим, несколько сомнительные веды Хиневича, очень даже сомнительные. И очень-очень даже сомнительные, но все равно. И та же самая Эдда скандинавская. Скандинавы же не считали себя индусами. Это известно тем, кто цікавиться ведами. Так, это когда почали... А в загальном колу... Ну так, когда начинать разбираться, ну, можно знать. Как бы общему кругу людей вообще то, что известно, это все неправда. Вот по любому направлению к ним обратись. Ну, через те они и кажут, что веда – это что-то индийское. Ну, тогда... Так у них все неправильно. Если у них спросить, допустим, хорошо ли живется тем же самым европейцам или американцам, богаче ли они живут, чем мы, то все там скажут, что да. И на что будут ссылаться? На то, что у них больше зарплаты. Так же? Угу. А на то, что у них больше налоги, ссылаться ведь не будут. Ну, живут так само по-разному, как и у нас. Ну да. Дальше говорится, что лучше
форма правления демократия в этой широкой массе, на самом-то деле нет. И вот по-любому, даже Земля круглая, а она же не круглая, там у нее форма очень такая интересная. Но это неровный кружочек. Ну, скажем так, около некой сферы, относительно с теми или иными впадинами, с теми или иными выпуклостями, так или иначе. Вот как те же самые арбузы тоже можно приравнять. Ну, до речі, не говорять, що земля круглої форми, а кулястої. Ну да. Ну снова. Шаровидная, а не круглая. Понимаете, это уже современные, это уже более интеллигентные такие уточнения. А в широкой массе звучит фраза как земля круглая. Так же? Так. Так, так. Ну добре, що не плоская. А это следующая грань бреда всего. Там, допустим, вот история наша, когда началась, казацкому роду нет перевода, то есть мы это потомки казаков. Так. Если кто-то чуть умнее, то еще Киевская Русь. А то, что, допустим, династии из киевских царей, как бы, не знаю. То есть получается, все, что им общеизвестно, это все неправда. По какому бы направлению ни пройтись. При том, что есть даже академическая точка зрения, которая чуть другая, которые чуть правильнее, но они ее изучать не хотят. Они ее заведомо отрицают, им удобнее ее отрицать и просто отрицать, не изучив, чем попытаться понять и чем попытаться как-то с ней взаимодействовать. Ну, тому що кажуть, що скіф – це народ, який колись жив на території сучасної України, але зовсім не говорить, що це наші пращури. Ну, да. То це ж дві великих різниці, як кажуть в Одесі. Ну, це не якийсь народ, який жив там, десь він взявся і потім кудись зник. Ну, так, це ж наші пращури. Та от хто там? Підручники? Учебники, хорошо. А... Ведь если брать скифское наследие, видно, что скифы не исчезли, а трансформировались постепенно в сарматов. Да, несколько было вытеснение сарматского по отношению к скифскому. Но это не только, это не значит, что народ один вытеснил другой. Это некие культурные особенности, одни вытеснили другие. Даже, допустим, в той же самой Российской империи, когда белые и красные воевали за то, кто победит, это же не два разных народа, это один и тот же народ, и, по сути дела, одна часть его типа белые, другая типа красные, а остальной народ будет с теми, кто победит. То есть... Уже три народа. Да. Удивляться этому народу. Вот как бы также скифы, сарматы те же самые. И Мазепу сарматским князем называли, допустим. Поляки поднимали тему польского сарматизма. То есть все это известно. Тем, кто вот хочет, им известно. Тот же самый Геродот писал о древнейших связях скифов и египтян, и тот же самый Геродот даже указывал на большую древность скифов, чем Египта. У него это есть, у Геродота, отца истории, как бы. Ну так. Куда дальше идти? Если отец не отец, то кто тогда вообще кому доверять? Вот это можно любому официальному историку спросить. И есть, допустим, та же самая Европа, которая называлась Энея в некоторых источниках, а в более древних она называлась Венея, то есть от названия Венедов, от чего и Венеция та же самая. По этой аналогии берем название Эдда и... Понимаем, что оно изначально означало «веда». Таким путем мы должны говорить не только о индийских ведах, а мы еще должны говорить и о славянских ведах, и о скандинавской веде. Понимаете идею?
Понимаем. Ну так, то просто мы... Больше того, вот вы сейчас можете по всем Википедиям пройтись и посмотреть, что у термина «Эдда» есть много трактовок, и есть ряд ученых. Одни говорят, ну, наверное, это от слова «песнь», и приводят там какое-то слово, которое близко на слово «Эдда» не похоже. Другие говорят, это, наверное, от слова «битва», наверное, от слова там «былина», от слова «так», «всякое», так по-другому. Но у них нет доказательства, у них нет однозначного факта и однозначного понимания, откуда взялось слово «Эдда». Оно как бы на ровном месте взялось. В скандинавском языке нет словообразования с подобным корнем. И нужно или предполагать, что оно имело распространение, но было табуцировано христианами, его просто запретили, или как? Так их заборонили веды. Да. С приходом христианства. Да, да, именно так. Но в их языке слово «веда» уже стало звучать как «эдда». Кроме того, есть песня о Хельге и Карре в той же самой «Эдде». И там описывается реинкарнация. И конкретно говорится, что древние скандинавы нормально себе знали о том, что существует реинкарнация. То же самое трупосожжение, это тоже не только Индия, это и славяне, это и скандинавы. Так же ж? Так. Только смотрите, индусы обжаривают трупики и бросают их в реку. Це хто має за що дрова придбати для агнища? А хто ні, той просто кидає в ганг, і там трупи плавають, так же ж? Относительно географічних особливостей. Є описання, да, що були внутрішні підземні ті чи інші водяні, скажімо так, басейни. Ну так вони і зараз є. Ну то ж були створені. Пласты почв, они неоднородные сейчас. И сейчас можно, допустим, и на территории Украины, и на территории других стран, под теми или иными морями могут быть другие внутренние пустоты. Есть так называемое Московское море. То есть это на определенной глубине под Москвой и тем регионом, находится, соответственно, водоем. Ну вот. И, получается, Московское море с Москвой рекой вообще не имеет никакого... Ну так я про це и кажу, что это две окремых водоем. Ну да, но нет, потому что когда оно вот так вот геологически складывается, оно вообще может себе отдельно существовать и ничего друг друга не касается. Когда, допустим, начинаются процессы с тем, что вмешивается человеческий разум, то, соответственно, могут и совместить... Реки вспять пустить. Да, могут и совместить, но совместить по-своему. Так, чтобы не до конца или в той пропорции, в которой нужно. Ну, понятна же идея. Але ж не перверує, там были рукотворницы все... водяні ріки, все, що були під Марою, які омивали, ну, і зігрівали континент. Как ви це собі представляєте? Рукотворні водяні ріки. Ну, смотрите, во-первых, я не знаю, щоб на Землі були не водяні ріки, а якісь там гранітні, ну, ріки, або якісь інші. Ну, вода, вона везде водяніста, з одної сторони. З другої сторони... Что-то было взято за основу, что-то было доработано. Что подправлено, там было направлено, да. Так. Ну, зрозуміло, что на основе природных таких данных, мабуть, все-таки было так. Ну да. Даже ж мост Рамы тоже был сделан, и египетские пирамиды строились с использованием некоторых природных задатков этой местности.
Это в стилі древніх технологій. А за місцями взагалі цікаво, як він побудований. Що він по природних цих... Ну да, то есть это получается между Индией и Ланкой есть некая цепь возвышенностей, угу. которые потом просто достроили, использовали их как колонны для моста. И некоторые египетские пирамиды там сейчас как считается, что при постройке сооружения нужно, значит, вырыть котлован, построить фундамент и сверху строить сооружение. А там наоборот, просто взяли скальное основание, несколько его переработали и на нем строили. То есть часть скалы использовали как фундамент. И как фундамент, и как даже начальные опоры. Пласты пирамиды. Угу. То есть это в духе древней цивилизации. Використовувати всі природні дані, да. щоб не тратити лишніх зусиль на все це. Да. Дальше. Ну, яким чином відбувалась взаємодія і спілкування жителів чотирьох островів? Та по-всякому. Вот это вообще вопрос такой, который я считаю, что не имеет даже права на существование, потому что... Ну, там было. Нет, ну а как я, допустим... Но вы же двали про чистоту. Нет, смотрите, как, допустим, сейчас говорить о том, как между континентами, да как хотят. Да, там кто-то заботился, многие заботились о чистоте, чтобы не смешивались. Но не обязательно же при общении смешиваться, можно торговать, можно... Ну, тобто, как бы, ділові, там, політичні, ну, да. торгові відносини. Больше того, почему бы жителям одного острова не переселиться на другой в каких-то нуждах, ну, и смешиваться с другой диаспорой. И сейчас же это есть. Ну, якось в описі це недостатньо прописано. Ну, как бы, и канализация... Враження таке, що вони ізольовані. Понимаете, там и о канализациях не описано, но канализации должны были быть какие-то, иначе... А что я сказала? Анализ. Не, я не за это, я говорю... Аналог проводится. Да, что в тексте много чего не описано. Зачем в тексте описывать какие-то вообще бытовые вот эти вот подробности? Ну, бо я ж кажу, складається враження, що вони якось ізольовано існували. Тобто ті жили там, там те-то було в них, там Ну, почему? А как, допустим... Храми, у тих свої храми. Ні, ну, смотрите, а как, допустим, будет складываться впечатление о Украине, если почитать, к примеру, или даже не о Украине, а, допустим, о Европе, если почитать такую идею, что, например, на Украине пшеница, в Германии что там, швейные машинки и пиво, допустим, в Швейцарии часы, во Франции духи, в Англии чай и так дальше. И тоже будет впечатление, что каждый живет в своей местности, никак не взаимодействует с каждым отдельным языком, с каждым отдельным всем, если коротко говорить. Ну, а это же даже не географический учебник по Гиперборее, это подход к доказательству, что она была. Вот что мне важно. Не, я не ставил для себя за задачу описывать Гиперборею для того, чтобы было детально понятно, как там все происходило. Я ставил для себя за задачу описать Гиперборею как доказательство, что она была. Вот что мне важно. Потому что факт наличия Гипербореи является неким фундаментом к дальнейшим всем нюансам. Понимаете, в чем идея? Так, разумею. Вот. Идем дальше. Ну, в принципі, задачею ознайомлення і доведенням того факту, що Гіперборея існувала, книжка цілком впоралась, тому... Ну, не зовсім. Книжка планувалась як одна із 9, але іздатель тягнеться з зданням остальних 8. Больше того, издатель там допустил ряд неточностей, ну ладно. Ну, це ж перша частина рахується, так, на російській мові? Ну да. А мало бути 9. Ну да.
Ну, можливо, в тих дев'яти вже детальніше. Ні, я для себе не ставлю за задачу описання вот ради описання. Є описання ради показання неких філософських основ, описання як наставлення, описання як стимул догнати і перегнати, описання для доказательства, що це було. Ну, не описание, просто, что вот там так жили. Ну, але текст-то існує, так, якщо. Ну, тільки не перекладені. Можете ближнего своего качественно вдохновлять, чтобы он изучал письменность и переводил, да. А у Марасія і переклади текстів. Дальше. Ну, я не знаю. Карти, наприклад, аналізувати, порівнювати карти, теж я для себе сенсу не бачу, бо там теж детально все розписано, показано, проілюстровано, тому... Ну, там все... Ну, дуже все... З одної сторони, ви для себе не бачите смисла. Ні, ну те, що стосується картографії, там дуже все так детально, скрупульозно. І знаєте, що цікаво? Що я там не використовував ніяких спеціальних картографічних термінів. Я написал обычным человеческим языком. Тут даже не принципиально, каким именно, российским, украинским. Мне хоть китайским, если будет в Китае издатель. Но я обычным человеческим, без каких-то специфических картографических терминов это делал. И я это делал для того, чтобы каждый... кто изучит, смог доказать любому оппоненту, гиперборея существовала, гиперборея имела разные очертания на протяжении разных времен, есть множество источников, даже независимых от Меркатора, которые ее изображали и фиксировали в своих изображениях ее на том или ином историческом этапе. Зрозуміла мета ваша. Ну, не знаю. Мені, наприклад, ще таке питання цікаве. Чому все-таки метал аревичів – це срібло? Чому гора все-таки була покрита золотими пластинами? Ну, є це грали і це, понимаете, це теж не той вопрос, о котором нужно задумываться. Потому что во Вселенной есть много разных, скажем так, противоречий. Мы, допустим, тех же самых котов, с одной стороны, на кровать можем пускать, на стол нежелательно, допустим. Там. Ну, это тоже как... Казалось бы, в чем разница, а для нас в чем-то есть. И, допустим, металл, как тот, который принимает солнечный свет, это, конечно же, серебро. Металл, как тот, который может быть, может ярко блестеть и отражать солнечный свет, золото подходит вполне. Кроме того, золото очень хорошо для разнообразных батарей и антенн, как проводник. Это там много было. Ну, тоді зрозуміло. Якщо, ну, це дійсно ж був прийомник. Там много чего, там много было идей разнообразных. Ну, це ж не так, як для людини, щоб вона носила якісь предмети з золота. Але, да, тут, але тоді ж так не було, що, як зараз. Золото тоді не було. Священні знаки були. Ну, теж, в нинішній цивілізації много чого так, як би, не використовується, так використовується. І ведичній так не використовується, так використовується. І наоборот, і ще як-то. Тот же спирт, як употребление, як алкоголю, це, звісно ж, недопустимо, як... Дезинфекции-то чего бы нет, там еще много чего.
Не так же ж ріка. Ну і так і водіям навіть в якості дезінфекції не можна. Ні, я не говорю. Ні, ну я кажу, що навіть не в усіх випадках він є. Стоп, чому водителям нельзя в качестве дезінфекції? Що якщо вони продезінфіцірують руки, то їх хтось... Ну не руки, а треба продезінфіцірувати десь там язик. Ні, это уже не то. Имелось в виду, что алкоголь, спирт как алкоголь, как средство вовнутрь, перорально, недопустим. Как средство дезинфекции ран, дезинфекции медицинских приборов, еще чего-то, то чего бы нет. Тот же собака, допустим, может быть в собачьей будке, но не должен быть, допустим, на алтаре. Так же самое. Хоть как бы. Ну еще много чего, как бы. Та же самая электрика, она нас окружает, но если неосторожно с электрикой повзаимодействовать, можно и поджариться. Поэтому не нужно искать противоречия. Для тех потребностей было нужно ее сделать золотыми пластинами, сделали золотыми. Было бы нужно ее сделать там свинцовыми, были бы свинцовыми, урановыми. Нічого би ні. Ніяк його не використаєш. Ну як? Є, допустим, ви ж вже сталкивались з знанням, що була предыдущая земля. Так, однозначно. Предыдущая земля, і це доказується навіть то, що 9 мільярдів років органічній формі життя, о чому свідчить накоплення інформації в ДНК. Є дослідження, все це можна знайти. Предыдущая планета была уничтожена. Ее кристаллическое сердце было встроено в эту планету. Одна из граней этого кристалла – это украинский кристаллический щит, так называемый. Другим куском было то плато огромное, на котором находилось Веденгородие. Та часть Полесья, которая ушла в духовную область бытия. Ну что, как бы, это определенное обозначение священности именно этой территории. Вот, допустим, нету такого понятия, как российский кристаллический щит, нефтяной щит, там, не знаю, газовый щит или газовый меч, или что угодно. Нет таких понятий. Под Францией, целой Францией нет чего-то общего. Под Украиной, в ее основе, в ее, скажем так, сердце, есть этот щит. Тому территория священна. Але ничего це не дає. Ну как не дает? Это не изменит знание о том, что мы живем на украинском кристаллическом щите, не изменит, допустим, вашу жизнь, потому что вы уже живете на этом щите и как бы и уже живете. Вы уже от него получаете пользу. Если бы, допустим, не было украинского кристаллического щита, здесь не было бы такая священная территория, которую бы хотели захватить все. Не сюда бы, возможно, переселялись с Гипербореи. И еще много чего другого не было бы. Но это есть, и поэтому это есть. И поэтому сюда переселялись, и поэтому эту территорию хотели захватить, и поэтому есть то, что есть. Снова же. В каком-то смысле Житомирщина, район того же Коростеня, можно сравнить с одной вилкой, вернее, с одним электродом вилки. Допустим, а Запорожье с другим электродом вилки в это кристаллическое поднятие, вот в это образование, которое на Житомирщине, как бы сверху приходит информация. А из Запорожского региона и Днепропетровщины, наоборот, стимулирует людей вверх.
И поэтому там многие те, кто были связаны с аэрокосмической отраслью. Рождались, жили, творили, связанные, или как-то так. Это тоже отдельные все темы, которые... Вот они не изменят. Вот 9 основ духовного развития, если вы им следуете или нет, это меняет вашу жизнь уже сразу, как только вы начинаете им следовать. Или, допустим, как только человек отказывается сознательно им следовать. А знание, что мы живем на украинском кристаллическом щите, оно только в совокупности с многими-многими другими данными, в ключе философского осмысления и многих других размышлений может привести к каким-то выводам, которые вы спроецируете на какие-то области бытия, и как-то это принесет пользу. Но это не так, что вы узнали, и вы сейчас можете... Что вы можете? Единственное, что... Застосувати я ніяк. Единственное, что можете, если вдруг думали переезжать с Украины куда-то, можете подумать, что не буду, потому что здесь все-таки... Святое место. Да. Это вот единственное, как практически можно на таком первичном этапе это знание использовать. И, мабуть, что тому у нас и збереглася рахманская традиция. Ну да. Тому, да. Что место святое и... Тільки тут, можливо, було таке при такому розкладі християнської окупації. Ну і сюди перевезли, как бы номінальну гіперборею, скажімо так. Поэтому... Ну це така цепочка. Ну так. Да. Дальше. Коротка така інформація, в принципі, на першому етапі достатньо, щоб знати. І знову ж, розумієте, от... Еще хорошо, что у вас есть хоть какое-то базовое понимание этого всего. А часто ко мне приходят те, кто не имеет и не хотят иметь базовое понимание. Мне, допустим, спрашивали, а из какого кристалла состоит кристаллический щит? А он большой, а его только великан может поднять? Или обычный человек тоже сможет поднять? А кто его сделал там? То есть, когда я говорю украинский кристаллический щит, если человек не знаком, по крайней мере, с школьной программой, с геологией в базовых ее каких-то основах, то у него идея, что щит – это вот то, чем защищались воины. Вот то щит. А то, что это просто так называется, идеи даже нет в мозгах. Если мы заводим вопрос о том, был ли Суренж, то был и Гелон, были и другие города, поселения, святилища, культовые центры, княжества и многое чего другого по всей территории Украины и не только. Суренж... Да, вероятнее всего, ну, скорее всего, два было города с подобным названием. И получается, один это сейчас часть Киева, другой как раз где-то в районе Ровного. Это так же самое, как есть Новгороды разные. Зрозуміло. А в часовом проміжку це паралельно вони існували? Не совсем. Суренж Ровнинский старше Киевского, но и тут все сложно. И кроме того, получается, ну вот если говорить о только Суренже на всей Украине, то получается неверная какая-то тенденция выстраивается. Выстраивается, что значит вся Украина как бы пустая, и тут... Вот Великий Суренж, значит, появляется. Не, просто это мое место, и мне интересна его история. Вот, в таком же контексте чуть лучше. И я понимаю даже тех исследователей... Ну да, и я понимаю тех исследователей даже, что они в первую очередь, возможно, писали чужно именно... Чужно про Киев писать, когда там свои историки. Ну да, но с одной стороны, вот получается, каждый пишет о своем, и это правильно.
А с другой стороны, каждый своему пытается придать значение самого-самого-самого-самого главного. Не согласиться, что это, как сейчас, допустим, вот есть Украина, и у нее есть областные центры, есть города и так дальше. А, допустим, свой город, некий такой идеологический, исторический сепаратизм. Не-не, там такого немає, можливо. Я сейчас как бы говорю даже не за сепаратизм, как у тех, а вообще. Это не только, это и во Львове есть, это и в Одессе есть, и в Херсоне, во всех городах, крупных областных центрах есть, допустим, прослойка элиты, некой эзотерической какой-то такой, которой хотелось бы, чтобы у них был пуп земли. В Одессе есть Живахова гора, священное древнее место. И одесские разнообразные шизотерики выстроили теорию о том, как Иисуса распинали на Живаховой горе, с какой стороны там его могила, как это все было. Возникает вопрос, ну с какого черта это делать? Почему? Почему не раскапывать реальную историю одного несчастного Иисуса, и так уже распятого на тысячи, на миллионах крестов, еще идеологически, ну как бы образно таскать на Живахову гору, еще там распинать? Зачем? Ну им хочется, чтобы, допустим, Одесса, допустим, там есть разные античные руины греческих городов, есть катакомбы, вот, так называемые универсологи пытаются это все спрессовать в идею того, что это, наверное, какие-то древние Афины, не те Афины, которые в Греции, а какие-то более древние Афины, которые воевали с Атлантидой. Ні, вони в такі фантазії не скочувались, просто є датування. Ну, якщо... Як не скачувались, коли скачувались? Наші. Если они говорят, что Сурендж – это некий важнейший центр. Ну, ці автори такого не говорили. А, эти не говорили. Ну, я говорю про конкретну книгу. Тогда извините. Але просто, якщо перша згадка про Рівне датується, наприклад, там 750 років тому, а це місто, яке існувало тисячі років тому на цьому ж місці, ну це ж хіба це, ну треба ж правдиву інформацію людям доносити, чи ні? Ну, понимаете, тут возникает сложность. К примеру, на месте этого дома мог быть дом сколько-то столетий назад или тысяч лет назад. Вот правомерно ли считать, что этот дом – это тот же дом или какой-либо наследник того дома? С одной стороны. А с другой стороны, если бы на этой территории жил один и тот же род, и они бы из поколение в поколение перестраивали свой дом, возможно, сносили бы, возможно, строили бы новый. И как бы это был бы уже не тот же дом, но по сути и по духу тот же. Вот понимаете, бывают разные такие вот нюансы. Ну, зараз немає такого народу, як скіфи. То що, не потрібно вивчати? Ну, почему? Мы этот народ, по сути дела. Ну, мы не это. Мы перерождение этого народа. Ну, але мы вже, у нас, мы змішувались з іншими народами, племенами. Ну, не можна сказати, що Скіфія – це Україна – це Скіфія, що можна так говорити? Ну, якщо взяти, допустим, карту Геродотовської Скіфії і чесно, без будь-яких вообще претензій, посмотреть на карту Скіфії по Геродоту, Скіфія по Геродоту, і сказати, на какую из современных стран Европы более всего географически похожа Скіфія? Ответ будет однозначен – Украина. Ну, але якщо в нас тут було Дуліб-Волинське там, князівство, то це ж інше формування. Да. Воно ж було не в рамках скіфської держави там чи? Ну, оно було в рамках Київської Русі. Ну, це інший період часу. Ну, правильно, це другой період времени, як, допустим, когда-то ви були там младенцем, а когда-то эмбрионом, а потом были ученицы ну, в школе и так далее. Иншому втілені, скажем так, ще до того. Я сейчас даже не касаюсь предыдущих воплощений, я касаюсь даже как бы такие внешние перерождения вас в одном вашем теле, скажем так.
допустим, от эмбриона до вот того человека, который сидит здесь сейчас. Прошли же стадии, прошли изменения, практически каждые 7 лет все клетки человеческого тела меняются, это же известно. Через лет 7 в теле человека не остается уже ни одной клетки, которая была у него раньше, допустим, 7 лет назад. Ну, тобто, доказом існування того чи іншого якогось утворення є документ, карта. Ну, смотрите, тут я за то, чтобы отделять города, поселения, какие-то центры, построенные другим народом на месте какого-то народа, и города, строения, те или иные сооружения, которые построены прямыми потомками того или иного народа. Ну так Сурендж, він же и був заснований переселенцями з Гіперборії. Вот. Я согласен с этим. Но как бы насколько... А не поляки заснували це місто. Можна ж хіба так казати? От прийшли поляки, і от це місто з'явилось на карті і в документах. А до цього там було щось, невідомо, що там було. Щось, певно, було, але що невідомо. Бо нема про це запису. Я не особо хорошо знаю історію Ровного. Чуть лучше знаю історію Одеси. І... В древности там была Одесградия. Ну, я в курсе. Один из древних, важных, культурных, политических центров. Оно было уничтожено. Греки на той территории строили города с названием Одессус. И когда Российская империя Екатерина эти территории силами, кровью, потом казаков отвоевала, она решила строить город и назвать его по образцу греческих городов. Не понимая этого, она таким путем возродила древнее ведическое название города. Понимаете? Пощастило здесь. Получается, смотрите, с одной стороны... А вот у нас не додумались поляки назвать Рівне Суренжем. Хайду була гарна назва. Стародавня. Ну, теж не погано. Понимаете, смотрите, с одной стороны, получается правда в том, что Ровное может быть тем или иным перерождением Суренджа, но с другой стороны, если его основали поляки, то его основали поляки. Это как с тем же Львовом. Не основали поляки, а записали. Наприклад, тут поляки читали. Записано. Основали. Офіційно, как бы, об'явили. Надано було Магдебурзьке право, тоді воно стало мій. А до цього там невідомо, що було. Ну да. А от сьогодні воно стало містом, бо є документи. Ну да. Ну та буває. Ну от, це ж несправедливо. Ну, в каком смысле несправедливо? Да вот, любом. Смотрите, данный факт, что говорится, что таким путем Ровное стало как город в признании Магдебургского права, не говорит, что до этого не было никакого города на этой территории. И теоретически город во времена Киевской Руси мог быть несколько раз сожжен, уничтожен. Звичайно, так и было. И, соответственно, так или иначе, это какое-то возрождение, это какое-то перерождение этого города. Но все равно вы не можете предъявить доказательства, что это именно тот город, в котором живут именно коренные потомки именно тех жителей, потому что, скорее всего, именно тех жителей уничтожили. Ну, при уничтожении города. Это как, допустим, тот же самый Коростань. Там, да, древняя территория, да. Але це далеко не столиця колишня, правда, духовно? Ну почему не столица? Когда столица? Нынешний Коростань не столица. То я ж кажу, нынешний... А Искрастан был столицей. Я маю на увазі, що і нынешний Коростань це вже не є. Ну вот, а з другої сторони, Коростань – це перерождение какого-то вот того Искрастана, це останок того Искрастана. Так і з будь-яким містом. Ну да.
И как тогда говорить? Сколько лет коростыню? Как бы коростыню как коростыню? Или коростыню ну, 24 тисячі років, це ми можемо чітко сказати, коли було переселення. Ні, ти з Кростану ну, раніше основа. До переселення? Конечно же. Ви ж смотрите. Ну, от в книжці я цього не, в брошурі не прослідую. Брошура, книга, вона не предназначена описати все. Я вже зрозуміла. Начало заката описує князя Рамадая. Князь Рамадай – это отец жены промысла. И как раз Рамадай правил на Полесье. Где-то здесь. И десь все випробування для князя тьмы тут же и проводились. Да, для промысла и князя тьмы, да. И это было 36 тысяч лет назад. Угу. Зрозумію. Ну, але це тоді теж був Іскра Стан? Так. Да. Угу. Бачите, у мене от склалось таке неправильне враження, що переселялись на порожню територію. Да, это неправильно и странное впечатление, потому что это как представить, что все на протяжении миллионов, миллиардов лет жили только на Гипербореи. І ні, нікуди нічого. Ні, ну я маю на увазі наших пращурів, ревичів. Ну правильно, а наші предки ревичі, вони не були роботами, вони не були зомбями, вони не могли себе положити в холодильник і запретити себе двигатися, діяти. Ну от якось чим я це не вичитала. Я була впевнена, скажімо так, що вони прийшли і тут заснували вже. Из Кростана, в Едингороде, в общем, это было... Колоний арийских по Евразии не только было огромное количество еще до переселения. Все, теперь это было... Огромное количество. А это просто были, как такие, экспедиции ну, по заселению. Экспедиции, колонии, как угодно их можно назвать. А это от перенаселения они рятувались, чи... Ну, как сказать, кто-то искал какие-то новые варианты своей жизни, кому-то не устраивала, допустим, спокойная жизнь на Гипербореи. Вот можно взять тех же самых англичан, что им надо было, жили бы в своей Англии, что они полезли в Америку. Зрозуміло. Что россиянам надо было, сидели бы у себя вот там. Имперские амбиции, это называется. Ну, как сказать, имперские ну, как, амбиции, может быть, у правительства. Но какие-нибудь Миклуха Маклай, какие-нибудь там другие конкретно взятые исследователи. Да весь на последнего алкаша в России. То он тебе будет бить себя в грудь и сказать, что я тут царь, король и вообще его все тут. Ну что? Не, ну это сейчас. И снова, все же многограннее. Сейчас то, что есть, это то, что есть. А когда, допустим, реально шло освоение россиян, ну, как сказать, Московским царством Сибири, то тогда они еще не были такими, как сейчас. Не, ну, по-перше, там Єрмак взагалі з царем мало не... Він же ж збирався його взагалі знищити. Ну, да. Там не все так просто. І козаків там було в нього половина практично. Да, все зовсім не просто. Тому сказати, що просто його там якось кругом пальця обвели і ці території, да, да. А його просто використалися. Но були ті, хто йшли осваювати ці території, були ті, хто йшли воювати і просто імперськими амбіціями якого-небудь грозного царя Россия бы не захватила. Вернее, ну, Московское княжество, Московское княжество не стало бы Московским царством и Российской империей. Так же само Англяшечка малясенькая на своем островочечке никогда бы не стала грандиозной Британией и Великой Британией. И не создала бы свою империю.
і не нав'язала б. Однак маленька Ірландія до сих пір у них, як це от, а ось смотрите, як інтересно. Ірландія до сих пір сражається з Англією, будучи практично Англією, у них там різниця дуже мала. А ціла Індія була захвачена Англією вообще. И уже даже и лапки кверху подняла. И не только, они чуть Китай не захватили. Там. Вот сложности истории. И это тоже не делалось только на амбициях монархии. Это были те, кто считали, что они, идя на новые территории, найдут новую жизнь, лучшую жизнь. Что-то новое, что-то интересное, что-то для себя. Ну, бачите, там він до Китаю, вони все-таки з елітою, вони ж не воювали з елітою. В них ж там договорняки були. Якби їх не підтримала еліта, вони б ніколи не захопили. А еліті це було зручно, тому що це торгівля, це прибутки, це откати, ну, виражаєсь сучасним язиком. Я розумію. Я ж якраз за то і говорю, що все намного многогранней. И где-то получается малясенькая Ирландия, и даже больше того, против Англии, даже ее такие части, как Уэльс, а потому что там элита была инша, там они были свободолюбиви и відстоювали свои, а индусы... И не только, кроме того, тут получается, что каждый из них считает себя в равной степени такими же грандиозными британцами, как и остальных. И они как бы считают, что это их тоже достижение. Они считают себя равными с теми англичанами. И как бы против индусов они идут общей связкой, а потом уже, ну, там много чего, много разных процессов происходит. Ну вот уже до Брекзита, до... Ну да. Воювались. Теперь не знают, как зарозгребти. Вже ж оголосили новий референдум. Да. А вот, как бы, если еще говорить о древностях, о гиперборее, о всем этом, то это не только сложности, которые есть в современном мире, а это еще отдаленность в цивилизационном и временном масштабах. Поэтому еще много сложностей в понимании, почему что-то делали или не делали так или иначе. Понятная идея? Понятная идея, но зрозуміло, чому... Что чому? Чому нащадки одного народу тепер вороги кровні? Це дуже складно, і це влазити в це. І за глюком, так і інакше. В конце концов, если отказаться от глюков, то всем будет легче. Так же. И тому народу, и другим народам. Но от глюков не хотят отказываться. А 9 основ духовного развития – это первая ступень на пути к отказу от глюков. Так что стараюсь напомнить об этом всем, кому могу. Руїни міст, от. Ну, якби знову ж таки. Чому не збереглося? Ну, хто сказав, що не збереглось? Арконський храм рода Святовітха. Ще раз. Арконський храм. Арконський. Є остров. Руян чи Рюген. На ньому було місто Аркон. Там знаходився храм Святовітха. Храм Сонця. Ну він не називався храм Святовітха. Називався храм Святовітха. Ну, але це ж Скандинавія чи ні? Ну чому Скандинавія? Це північна, там недалеко до нині знаходиться російська частина Калінінград. Ну, практично, що Фінляндія чи?
Це чому Фінляндія? Знову ж таки, невивчена географія. Знову ж таки, а це Балтика, це недалеко від Польщі, це над Германією і над Польщею, між Польщею і Германією десь там. Ну, Калінінград, це ж чия була вотчина? Прусів. Колись. Руська. Ну, значить, не скандинави, а... Ну, неважливо. Коротше, було. Ретро. Храм Ретри був. Храм... Да куча храмів було. Ну, ті самі ж піраміди. Перуанські, інки, віацтеки. Навіщо нам перуанські піраміди? Ну, тому що це ж теж храми сонця. Так, але якщо ми говоримо за конкретно наших пращурів, то тут були наші храми сонця. А хіба їхні храми не пов'язані з нашими храмами? Та все пов'язано. І волосся на голові пов'язано з волоссям на п'ятках, можливо. Якщо воно там є у когось. Ну, безперечно. Це так і є. Ну, так. А хто скаже, що воно не пов'язано? Ну, так, так. Але ж, якби, це трохи різне. І волосся з ніг, особливо жінки, стараються прибирати. А якби з голови ні. А наприклад, якщо брати тих же самих перуанців, то в них були інші трохи культи. А у ацтеків третє, у китайців. Вони ж були культи білих богів. Були. Ну, а білі боги це і є наші боги. Ну наші. Ну, але, так... але не зовсім так все просто. Бо от виходить, що я часто критикую тих всяких Хіневичів і Куровських і всяких інших. Ну я розумію, що вони зліплять їх. Які от дають, чи самі висказують якусь таку коротку відповідь, яка якби задовольняє чиїсь ідеї, чиїсь потреби, але насправді не відповідає на те, на що вона має відповідати, не є науково достовірною. А притягнута за вуха і на підставі якоїсь чи назви, чи імені, так, чи опису. Так, так. І фактично, якщо сказати, що от... Друге ім'я Олександра було Арій, значить це бог Арій, так? Ну, македонський. Наприклад, якщо сказати, що... Якщо сказати, що перуанці поклонялись нашим пращурам, не нашим пращурам, а богам. Ну, богам пращурам, так. Богам, знову ж таки, ще окрема така колізія. Ну, було. Якщо вивчати, то той же самий Датаяр вже плюватися хоче, коли я йому нагадую про касиців, про імперію Вотана і так далі. А якраз оці матеріали імперії Вотана і її війна з імперією касиців, вони пов'язані з перуанськими територіями. І, в принципі, назва Перу, її не від Перуна краще вести, а від більш древньої її версії, як Беру, в контексті як Бор, тобто лісиста місцевість, якщо таким чином змішувати. Ну, але можна по-різному там. Ну, добре, а жили касити де? Якщо не важко, нагадайте. Добре. Лористан. Сучасна територія. Іран. Іран. Ну, в Ірані збереглись залишки ведичних храмів? І в Греції збереглись. І в Індії збереглися. Ну, тоді питання знято. І в Єгипті збереглися. Але чому в нас вони не збереглись? Знову ж таки, це християнство. Ну як же ж вони не збереглись, коли збереглись? Я ж кажу, Архонський храм. Ні, у нас, в Україні, де? Чому вони не збереглись? У нас. Чому у нас в Україні не збереглися? Капище є ще де-не-де, ну, органи є. А тут, якби, можна запитати у християн, як це так, вони, приїхавши на нашу територію, за там, місяці буквально почали будувати великі кам'яні храми. Якось дивно.
Якщо прийняти до уваги, що вони переобладнали ведичні храми під свої, тоді немає ніякої дивини. Тому всяке є. Ну, але це також окрема історія. Я не хочу висловити ствердження, що християни, що всі християнські храми це зайняті ведичні. Хоча вважаю, що вірогідніше за все, більша частина найдревніших християнських храмів це перейняті ведичні, тільки трохи помучені. Причина в тому, що почалась Калі-юга. Ну так. І почалась масова деградація. І не масова, і всяка. І деградували і наші масова, духовні поведирі. І народ деградував. Поведирі духовні наші очільники. Дивіться, поведирі деградували по-своєму, народ деградував по-своєму. І навіть деградовані, але наші поведирі, вони би не гробили народ далі, а от чужі поведирі гробили народ наш. Ну, багато складних також процесів. Але тим не менш в народних традиціях найдовше збереглись елементи ведичної. Ну так. Ну, хоча народ, якби, просто людини, вони найшвидше деградувати, як би повинні були. Так і деградували. Так і... Але вони зберігали це до останнього. Як... Те, що настільки мізерні уламки, що в принципі, це якщо мати ведичне знання, то можна казати, що воно чогось варте, те, що вони зберегли. Якщо не мати ведичних знань, то тільки по тому, що вони зберегли, реконструювати ведичні знання неможливо вже. Це як от по принципу баїнаця. Ну, але ми ж кажемо, що, наприклад, ті самі вишивці, скільки... В якій вишивці? Можна, наприклад, піти до музею і знайти якусь вишивку, яка більш-менш нормальна. Яка зберегла елементи. Так, але якщо піти на ринок і там подивитись на нинішні вишиванки, то вони вже не мають ніякого значення, як правило. Більше того, візьмем навіть освячення і є, хай воно в такій жахливій просто формі, неправильній, зараз відбувається. Але це збереглась же ж традиція ведична? Ну, ведична, ну, але знову ж таки, оскільки не збереглося ведичного усвідомлення цієї традиції, то і цінність її втратилась. Це як елемент якоїсь ностальгії народу, щось таке, що та не треба вам те ведичне, от вам буде християнське, таке ж, як те було ведичне, тільки от вже будьте християнами і колядуйте там, і все інше робіть. Ну, від християн якийсь такий дозвіл, напівненегласний. Ну, хоча я не проти цього, я не кажу, що це погано. Знову ж таки, мій погляд, він неоднозначний на ці всі явища. Ну, прибрати просто з християнства м'ясоїдіння, м'ясоїдство. І що? Нічого не буде. І прив'язаність до іудейських оцих тоді заморочень. Тоді ви з християнства приберете християнство. Ну, Ісуса ми ж не приберемо з християнства. Як він був Богом любові, так він і лишився ним. Ну, лишився ним. Просто змінили його роль, його, мету його приходу до нас. Змінили багато чого. Ну, щоб якось християн переконувати, треба на базі переконувати їхньої віри. Бо так, я ж кажу, тільки починаю щось говорити. Получається, ви висказали ідею, що значить із християнства убрати іудейство
и будет что-то. Не, я кажу, что на базе чего-то треба якось. Нет, это потом. А сначала вы такую идею высказали. Но это же невозможно. Христианство строится на Библии. Библия — это иудейская книга. Основа Библии — это Тора. Тора в Библию вошла как пятикнижие. Вся Библия описывает еврейских персонажей. Та же самая родословная Иисуса возводится от еврейских персонажей. И Евангелие начинается с фразы «Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова». Ну, я знаю. И пошло-поехало. Вся бытность Иисуса, праздники. В христианстве есть даже праздник обрезания Господнего. Ну я знаю, что все. Если из христианства убрать иудейство, уберется христианство. Что в христианстве останется, если оттуда убрать иудейство? Ну, останется ветхий, ну, останется Евангелие, не Библия. Так, а Евангелие, те официальные Евангелия, которые есть, они также пропитаны иудейством до основания. Ну так я и кажу, что просто привязку до иудейства, это неможливо. Как вы из себя можете убрать себя? Я не разумею. Понимаете, не... если из вас убрать вас, вы умрете. Если из моего тела убрать меня, мое тело станет трупом. Так же самое, дух-то лишится. Ну так, я же не говорю, что я исчезну, я говорю, что тело станет трупом, если меня убрать из моего тела. Так же самое, если дух христианства, иудейства убрать из христианства, то христианство не останется. Арію, розумієте, ну до них треба якось доносить, що веди – це не отрицання Ісуса. Вони, коли чують веди, так це... Вони розуміють, що це зовсім щось інше. Я сейчас... їм... Я, с одной стороны, я вас хорошо понимаю. Точки и соприкосновения аж повинен. Я считаю, что вы сейчас придумываете умозрительных каких-то христиан, а общаясь с христианами, я не знаю христиан в общем. Я знаю тех или иных людей, придерживающихся христианской религии или причисляющих себя к этой религии. Вот здесь есть важная тоже градация. Одно дело придерживающихся, то есть знающих, и по-настоящему христиан, а другое дело тех, которые по воскресеньям святят Пасху. Ну я не спілкуюсь с теми такими, які вивчають, сидять Библию, аналізуют и досліджують, таких у мене немає. Вот. А получается, те, с кем, которые просто ходят крестить Пасхи, то с ними Ні, ну не тільки, вони хрестять дітей, вони вінчаються, вони там багато чого обрядів. Обряди, обрядовість. Поймите ж мене правильно. Я сказав, святят Пасхи образно, так, подразумевая под этим, что они крестят детей, подразумевая, что они ходят не только на Пасху, но и на Рождество, крещение, там, что у них еще есть. Нет, такие на Пасху ходят. Нет, это яркий пример. Ей такие. Ну, есть, может быть. А может быть, кто-то только на крещение. Я знаю, 100% есть несколько эзотеричек, которые ходят только на крещение, чтобы взять крещенской воды, чтобы исцелиться. Всякие есть. Но если вот говорить о ширпотребных христианах, которые не являются христианами, а причисляют себя к христианству только потому, что сейчас это общепринято, да, то к ним и смысла достукиваться таким путем нету. Это сейчас общепринято, они этому следуют. Если завтра будет общепринято ислам или что угодно, они будут следовать этому. Если оно не сильно будет нарушать их привычный быт. Есть те, которые тоже ширпотребные христиане, но они следуют, потому что типа их родители, и потому что типа на нашей территории христианство типа было всегда. Но вот тут ключевое слово тогда «типа». Потому что тогда тоже нужно разбирать, насколько их родители реально были в христианстве. Насколько ли христианство было здесь всегда. И даже та тысяча лет, оно не полную тысячу лет тут было. Было и двоеверие, было и много чего другого. Но в Библии есть фраза, что заслуживает побиения камнями тот, кто предает веру своих отцов и идет к чужим богам.
Эту фразу сейчас часто христиане могут инкриминировать и тем, кто идут в индуизм и так дальше, что типа вот вы предали своего Иисуса и пошли к чужим богам. Но правда в том, что это та фраза, которую христиане вот на нашей территории, наши местные христиане, должны в первую очередь инкриминировать сами к себе. Ну, разумеется. Потому что наши родные исконные боги — это, ну вот, наши боги, ведический пантеон, а не христианство, которое из Иудеи к нам пришло. Ну, люди цього не бачать. И даже не просто христианство из Иудеи, оно через вторые, десятые, третьи руки по принципу испорченного телефона к нам дошло, то христианство. И не то, что они видят, они не хотят это все видеть. Их устраивает то, как есть. Да візьми будь-яку релігію, вона не є однорідною. Візьми іслам. Скільки там течій, які ворогують і воюють, і вбивають. Вот. Візьми католики і так звані православні. І більше того, я общаюсь даже с последователями одной и той же секты, знаю, да, что в ней могут быть... Московский патриархат, Киевский патриархат, пожалуйста. Если взять даже маленькую секту, скажем, из 10 человек, каких-нибудь там поклонников Сати Сай Бабы, скажем, то там может быть несколько ищущих человек, несколько администраторов, которые как бы на этом зарабатывают, несколько каких-то мистических чего-то такого. Тех, у кого тут друзья, и они ходят как к друзьям. И те, кому просто нечего делать, они ходят, и им уже это нравится, они кое-как втянулись. Есть такое, и в христианскую церковь тоже такие градации всякие ходят. А у кого-то, допустим, были в жизни тяжелые обстоятельства, он типа взмолился, и потом обстоятельства ушли, и он думает, что это ему кто-то из христианских иерархов помог. А что ему думать? Он так и думает. Мне попадалась, допустим, одна женщина, которая говорила, что поскольку ей во время родов Бог помог, вот она и верит, соответственно, в христианство и в Бога. При этом и она даже больше того, то, что типа во время родов, когда она молилась, она не умерла, выжила и осталась здоровой, она это считает как некое доказательство существования Бога. Хоть это очень глупое доказательство существования Бога, поскольку есть множество женщин, умерших во время родов. Но они не молились просто. Ну, как не молились, когда есть и те, кто молились. Можно сказать, что они неправильно молились. Да. Но с другой стороны, и она же неправильно молилась, потому что она не была христианкой и не была даже крещенной. Але вона так повірила, вона так увірувала в той момент, що їй повірили. Ну, типа, да. Ну, типа, да. Знову це вже... І щоб знову її не покарали, вона ходить, тому що от їй помогли. Навіть не ходить. А якщо вона не буде вірити, її покарають. Оце, розумієте, головне. Буває те таке. Я ж тільки, от тільки починаю щось таке... Зразу чоловік раз-раз-раз, ой, ти знаєш, от я хожу в церкву, от мені Бог допомагає, і я туди ходила і буду ходити. Є і такі, різні є. Так, да, от м'ясо погано їсти, все, я стараюсь, ну я ж стараюсь, от, стараюсь, але в церкву я буду ходити, тому що я туди ходила і мені Бог допомагає, все. Так пусть ходять. Аргументи закінчуються. Я теж хожу в туалет, допустим, і що далі? І я нікому зла не роблю. А хтось ходить в більярд. І що ти ще з мене хочеш? А хтось ходить в кіно. І що далі? Ну я ж не роблю зла іншим. Я ж от нікому зла не бажаю. А ті, хто ходять в кіно, вони що, всім желають зла разве? Кожен куди-то ходить, у кожного є якийсь клуб по інтересам. Вони ходять в церкву, чого би ні? Ну, або от часто питання, а от що, так що, це ведичні релігії Ісуса, що не вірять в Ісуса? От питання на засипку. Вопрос теж, який не відповідаємо. Я не можу сказати, що я вірю взагалі, в принципі, в якого-либо із богів, тому що віра в нинішній трактовці цього слова предполагає... Чи не визнають Ісуса, скажімо так, предполагає вірити в то, доказательство существования чого у мене нет. Почему? Ну, віра, як розшифровується? Ні, це якщо ісконне значення. А якщо сучасну трактовку взяти,
то это как раз согласиться с существованием чего-то, доказательств существования чего у меня нет. И если в таком плане, в такой трактовке слова «вера», я не могу сказать, что я верю во Всевышнего или в кого-либо из других богов. Относительно существования Всевышнего, его солнечное проявление есть, можно посмотреть все с этим.